Было время, когда морские монстры опустошали наши берега и угрожали каждому кораблю, вышедшему в море. Но эти дни позади. Сегодня отважные воины сражаются с монстрами далеко за горизонтом. Ты, Джейкоб Холланд, гроза самых темных созданий природы. Я теперь в твоей команде. О, ну уж нет. Эй, пусти меня! Отстань! Мы отплываем убивать монстра. Ты пробралась на борт? Я... Да. Она мне уже нравится. Мы высадим тебя в ближайшем порту. Тебе не место на охотничьем судне. Ты сам плавал в моем возрасте. Держись, Мэйзи! И глянь на себя сейчас. Это не одно и то же. Не то же? Нет, не то же самое. Драгмар кишит монстрами. Монстрами, которые хотят нас съесть. Мы его не оставим. Но он такой милый. У нас с тобой разное представление о милом. Только не двигайся. Пора валить. Я вижу в ней огонь. Тот же огонь, что увидел в тебе. Монстров я не боюсь. Теперь ему конец. Стой, Джейкоб! Но вот это... сведет меня в могилу. Я поклялся сделать все возможное, чтобы защитить людей. Ты можешь быть героем и все равно ошибаться. Океан отправил нам самое худшее, а мы отправим его обратно. Огонь! Морской монстр. Я всегда хотела питомца. Это не питомец. Но я уже дала ему имя. Дай-ка угадаю. Синенький.